Привет. Вторая серия нашего документального фильма о покупателях собак. Сегодня приезжали очередные любители животных. Нет, ну не теоретические любители, они же практические. Теоретически, да. Значит, мало того, что приехали из другого города. Да, из Ростовской области. Прикатили. Значит, мало того, что тут их ждали к одному времени, они приехали к другому времени. 4 часа опоздания. Да. Ну ладно, это бог с ним. И, значит, приехали, их, конечно, интересовало Бастон-Терьер. И, видимо, там разница была. Одни дороже, другой дешевле. И вот приехали, конечно, что-нибудь дешевенькое там прихватить. Когда они увидели бастонов-терьеров этих, вот таких, вот. Им еще 2 месяца только. Только-только. Исполнилось, вот, еще 2 месяца. Конечно, они, вот люди вообще даже не соображают, вот смотрят фотографии или видео, они даже не понимают, какого размера этот щенок. Это, как он выглядит. Какой он должен быть, какой он, ну, как бы соответствует ли вот этот конкретный щенок возрасту, не соответствует. Как он развивается, да, приехали и сразу, ой, а что такой маленький? Как маленький? Вот 2 месяца, не маленький. Это самое, по возрасту развивается. Это, значит... Единственное, я даже не понял, что их интересовало. Их все больше интересовал вес, и какого веса будет взрослая собака. Так бастоны у них вообще-то... Ну, им отвечено на эти вопросы было вообще-то в предварительных переговорах. А они перепроверяют. Да, они просто не вникают. Понимаешь, они задают вопрос и тут же про него забывают. Вот и все. Или да, потому что вон они мне обещали, что они напишут перед отъездом, и не подумали написать. Одно ухо влетает, другое вылетает. И, значит, как так, значит, почему щенок не прибит? Опять же, понимаешь? Люди даже не понимают, когда она прививает щенка, когда... наступает время. Нет, ну просто люди готовятся к покупке собаки, ничего не изучая. Общие какие-то знания, которые необходимы, чтобы щенка просто элементарно живым и здоровым сохранить, они себя как бы не насилуют излишними знаниями. И как всегда, значит, клоунада, значит, с ушками и глазки. Да, это то, что, видимо, везде, видимо, пишется. В глазки смотрят, я не знаю, что там в глазках они там видят. Вот. И ушки. Ну что ты? Что он там делает? Спать хочет. Утомили покупатели. И вот, значит, ковырялись, а принесите папу, маму, туда-сюда. Папу, маму принесли, папу, маму посмотрели. Потом снова 10 раз этого хватали щенка. Высматривали у него там все в... Нет, ты говоришь, он впивался глазами в глаза. Глаза в глаза. Что там пытался высмотреть в них. Я не знаю, что он там высматривал, одним словом. Значит, потом, значит, я про прививки все объяснил, что щенок прививается, ну, после 8 недель. Ну, я говорю, ну, потому что настолько информация, ну, как, она... чуждая, они, ну, белый, когда белый лист, да, ты же как бы сразу не можешь воспринимать информацию до конца, ты ее как бы так. Я так и не понял, что им надо-то было. Собачку говорящую посмотреть. Нет, они представляли, что бастон-терьер какого? Я так понимаю, что... 11 килограмм? Нет, они ничего не представляли, просто сейчас в последнее время какие-то звонки пошли, видимо, где-то вышла какая-то реклама. Потому что именно не те, обычно раньше как бы бастон-терьеры брали люди, у которых был боксер или французский бульдог. И они как бы искали похожую собаку. А сейчас люди, которые вообще никогда не имели бастон-терьера и не знают, что это за порода.
вдруг они захотели Бастон 3. То есть какие-то, видимо, какая-то реклама. Вот где-то они что-то, какую-то рекламу увидели. Либо кино какое-нибудь с участием Бастон 3, либо что-то еще. Вот. И как бы для них все новое. Ну и как всегда, это с кормежкой. А что? Мясо ему нельзя давать, что-то еще давать ему нельзя, понимаешь? Я говорю, вы знаете, до года, по крайней мере, покормите мясо, главное. Корм, понимаете, качественным, а потом проводите эксперименты, какие хотите. Жареной свининкой, буженинкой жареной какой-нибудь, свининкой, там, копчененькой. Буженинкой, шоколадку могут дать, там, еще что-нибудь. Ну вот. И сегодня... Да подожди, ты же главное не сказал. Тетенька-то оказалась вообще... И вот сегодня как раз тетеньке я открыл глаза на то, что она аллергик на собак. Ну так как когда она зачихала, она что, не поняла, что она аллергик? Она сказала, у меня что-то... Она не поняла, что она аллергик. Везде зачесалась, и в носу, и в горле, и в глазах там у нее, понимаешь... Сюда в помещение. Она уже трогала собаку в это время или еще только вошла? Она собаку не трогала. Его кавалер это всю собаку тискал, там, понимаешь? То есть даже контакта не было. Все подымал, и дочка. То есть у нее контакта не было. Но... Это собаку товарищу вообще нельзя иметь, никакую. Ну да. Вот, в общем, ну, все, теперь есть о чем подумать напоследок. Вот так вот. Проходят наши... Время. Бубни. И беседах бессмысленных.